Но я бы сказал, что мне показалось очень интересным и очень знаковым в том смысле, что, как и всегда, у нас все ограничивалось разговорами, в очень таком раздраженном виде. Ну, пафосном я бы не сказал, я бы сказал раздраженном, очень раздраженном виде. Я бы мог посоветовать... Когда говорите про раздраженный вид, вы имеете в виду дискурс госпожи Сандер? Я имею в виду дискурс госпожи президента, да. Я бы посоветовал госпоже президенту посмотреть выступление Кеннеди, посмотреть выступление того же хотя бы Буша, посмотреть выступление Трампа, как они выступают. Я боюсь, что у нее не очень хороший имиджмейкер, этот имиджмейкер сыграет с ней злую шутку. Потому что такие вот дискурсы, они хороши для заседания партийного комитета колхоза там, 40 лет без урожая. Там, да, там вот такое, я тебе сейчас покажу, Кузькину, но мать, не хватало, чтобы снять тот тапок и подушать по трибуне. Это так, в общем. Что же касается... чтобы я понимала, в чем ваша претензия к дискурсу? Слишком политический или претензия, что президент должен говорить с достоинством, с уважением к своим слушателям, с уважением к своим слушателям и с определенной целью. Я бы хотел увидеть, во-первых, меры, предложения по улучшению состояния вещей в этих вот отраслях, которые господин Натой очень правильно заметил. Я абсолютно согласен с этими вещами. Но я бы хотел услышать предложения по улучшению состояния дел. Мы уже столько лет говорим, кража миллиарда, кража миллиарда, кража миллиарда. Все уже набило оскомину всем. А что же делать дальше конкретно? Что вы предлагаете, госпожа президент, господа советники? Что вы предлагаете? Как улучшить состояние дел?